Весной этого года компания Mercedes презентовала новый E-класс, который сохранил классические моторы и, как и прежде, будет доступен в кузовах седан и универсал. Для фанатов Ешки новое поколение во всех смыслах является очень ценным, ведь, скорее всего, он станет последним в истории модели. Ну или, по крайней мере, последним E-классом с двигателями внутреннего сгорания. Однако такой вариант кажется маловероятным, ведь в компании уже есть электрический аналог EQE. Поэтому производитель постарался на славу и сделал новый E-класс самым технологичным в истории модели. Внешне узнать новинку легче всего по новой решетке радиатора, выдвижным дверным ручкам и оригинальной оптике как спереди, так и сзади. Также стоит отметить, что модель немного увеличилась в размерах, что безусловно положительно сказалось на внутреннем пространстве. По словам производителя, пассажирам на заднем ряду будет комфортнее, потолок стал выше, а места для ног гораздо больше. По технической части новый E-класс, как и раньше, доступен с широкой линейкой моторов. В частности, полноприводная версия E400 и 4MATIC имеет под капотом 2-литровый 252-сильный двигатель и электромотор. Совокупная мощность такой установки составляет 381 лошадиная сила. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!